Между тем, в объятую гражданской войной Арабскую республику собираются добровольцы из Донбасса. По данным украинской разведки, на востоке страны, в Донецкой и Луганской областях, действует целая сеть вербовщиков. Украинские спецслужбы подсчитали, что под шумок относительного затишья в Донбассе на сирийскую войну уже отправились от 2 до 4 тысяч человек. Все подробности в репортаже Анастасии Андрощук из Киева. Полковник Александр Матузяник демонстрирует обновленную карту боевых действий. В Донбассе уже больше месяца пушки молчат, а по всему фронту активизировались российские вербовочно-пропагандистские группы. Агитаторы ищут в украинском мятежном регионе опытных бойцов для участия в сирийской войне, заявляет Министерство обороны. Постоянно вербуют местных боевиков для участия в сирийском конфликте. В то же время я сейчас не могу сказать, сколько агитаторов и бойцов незаконных вооруженных формирований дали согласие воевать. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов разъясняет, Минобороны России непосредственного участия в наборе добровольцев не принимает. Наемников покупают через неправительственные организации. Такие случаи не единичные. Даже агитационную литературу распространяют в незаконных вооруженных подразделениях, которые контролируются российскими генералами. Им нужны профессионалы, обученные убивать. Именно такие люди необходимы российской военщине. Участие выходцев с Донбасса в сирийской войне подтверждает Александр. Солдат родом из Донецкой области с самого начала конфликта на востоке Украины поддерживал сепаратистов, а после установления относительного мира отправился в Сирию. Повоевал за Башара Асада, но всего месяц. Испугался контактного боя. Говорит, в Сирии главным образом стреляют из автоматов, тогда как в Украине Александр привык к артиллерии. Раньше мы сюда приехали за идеей как-то воевали, но вот это самое, бились, и сейчас также это делаем. В Сирии там уже народ просто устал тоже, настолько от войны, что быстрее надо заканчиваться. В начале октября в Москве объявили о возможной отправке добровольческих отрядов в Сирию. Тогда в Государственной Думе прямо заявили, в бригаду или батальон из России войдут люди, получившие боевой опыт в Донбассе. По данным украинской разведки, из наемников с Донбасса для войны в Сирии формируют так называемую первую добровольческую бригаду. Бойцам вербовщики обещают зарплату $50 в день и официальный статус участника боевых действий. Сирийская компания Владимира Путина, похоже, не по душе так называемым ополченцам Донбасса. Боец армии ДНР Женя с позывным «Шахтер» обижен. Москва их бросила. Второй год, например, да, кончается. Путин поддерживал нас, мы и стремились воевать. Сейчас вот ребята думают о том, что Россия отворачивается, у нас, естественно, руки опускаются. Какая поддержка у ДНР? Что у нас есть? Смена приоритетов в Кремле возмутила даже самопровозглашенного министра обороны ДНР в отставке. Игорь Стрелков констатирует, Путин сливает Новороссию. То, что сейчас происходит в Сирии, то, что сейчас происходит в российской информационной среде в отношении Сирии, при полном, опять же, подчеркиваю, забвении Донбасса, забвении проблемы с Украиной, это выглядит дико. Не стоит недооценивать Кремль, говорит политолог Владимир Фисенко. Окончательно точка на Новороссии не поставлена. Этот проект могут реанимировать уже в декабре, если Киеву и Москве не удастся договориться о статусе мятежных территорий. Проект Новороссия скорее отправлен в архив. Он не закрыт, не разрушен полностью. Более того, инфицирование идеологическое, оно уже состоялось. Хотя политически ни о какой Новороссии в России сейчас не говорят. Более того, даже Царева представляют бывшего лидера парламента Новороссии. Понимаете, вот политический проект вроде бы закрыт, но в любой момент его могут разморозить. Могут достать из архива и опять использовать. Сирийская кампания российского руководства только началась. Многие эксперты убеждены, эта война затянется надолго. И если участников боевых действий в Донбассе Кремль упорно называл ополчением и местными жителями, то в сирийской кампании вещи названы своими именами. Граждане Российской Федерации за деньги или за идею будут воевать на совершенно непонятном, очень далеком Ближнем Востоке. В Украине пожимают плечами. Чем больше так называемых добровольцев в Сирии, тем меньше их у нас. Анастасия Андрощук, Дмитрий Клименко, RTVI, Киев.